Итак, уважаемые дамы и господа, первый рейтинговый бой нашей программы. Трехраундовый поединок в первом среднем весе. Судьи у ринга. Игорь Варварин, Руслан Головлев и Алексей Гукин. Ваш рефери Вадим Калиушко. И в красный угол добро пожаловать, боец из Орла. Встречайте, Сергей Цан! Добро пожаловать, боец из Воронежа! Приветствуйте, Александр Шушпона! Представляю вам соперников и первым бойца в красном углу. Ему 18 лет. Мастер спорта. Профессиональный рекорд. 12 боев. 9 побед. Одно поражение при двух ничьих. Победитель первенства мира. Обладатель Кубка мира. Победитель первенства Европы. И победитель первенств России 2014 и 2015 из города Орел. Встречайте, Сергей Цан! А вот и его соперник в синем углу. Ему 18 лет. Кандидат в мастера спорта. Обладатель Кубка России 2014. Призер чемпионата России 2015. Из Воронежа встречайте, Александр Шушпана! Слушаем внимательно мои команды. В клинче один удар коленом. Ниже пояса не работаем. Удара в спину нет. Внимательно слушаем мои команды. Удачи по углам. Первый раунд. Руками. Не отходи, не отходи, зови. Стоп!
Закончен первый раунд. Ваш аплодисменты, дамы и господа. И почему такая тишина в зале? Ведь земляк, ваш земляк на ринге. Не болейте, не скупитесь на свои эмоции. Только от вас зависит конечный результат поединка. Спасибо. За ринг. Второй раунд. Дамы и господа, рефери поединка Вадим Калюшко остановил бой через минуту и 11 секунд второго раунда. Победу он нокаутом одержал Сергей Цар! И ваши аплодисменты его сопернику Александру Шушпанову.